Так, все, ребят, всем привет. Я пришла в Фикс Прайс. Так, сейчас я корзинку возьму. Ой, ну все, короче, Фикс Прайс лучше не заходить. Давно я тут не была. Какая прелесть. Это чтобы кашпо поставить, такая вот штучка. 200 рублей, 300 рублей стоит. Ой, это вообще... Сюда лучше не приходить. Бокальчики всякие разные. Я вообще пришла, мне чисто посуда. Но мне кажется, что одной посуды я не обойдусь. Это как обычно, блин. Ух ты. Все для садоводства, все для этого. Так, прокладусь тут всякие разные. Кстати, недорогие, хорошие, можно взять. То, что сейчас цены так поднялись. Они тоже, блин, стоят уже как это, крыло самолета. Вот. Что тут у нас еще? Вот это вот мыло на Валберес стоит что-то где-то 300 рублей. Дозатор такой хороший, можно повторно использовать. Вот, химия тут всякая разная. Химия вот эта, вот такие вот капсулы я брала, только немножко цвет был другой. Вот самая лучшая химия для мытья сантехники. Правда, у нее запах такой ядреный. Порошки стиральные, гелевые, хорошенькие такие прям, больших, еле утащишь, 3 литра. Кондиционер Е, 159 рублей. Губку вот такую вот себе взяла. Вот, для мытья посуды. Всякие тут, видите, губочки, пакетики. Сейчас скажет Лена, зачем ты это все снимаешь? Мы это все знаем, что там продается. Блин, я просто очень давно не была в Фикс Прайсе. Прям, наверное, год точно. Так, тут у нас кофеек, всякие разные вкусняшки, невкусняшки. Но я шла вот конкретно за этим. И за посудой. Вот здесь вот я сейчас прям кайфану. Вот такая, в общем, тут, ребят, посуда. Тут просто люди стояли. Я как-то стесняюсь пока при людях снимать. Вот. Ну, не густо, конечно, можно что-нибудь посмотреть. Всякие тут конфеты, дошираки. В общем, все как обычно. Очень много конфет, которых я вообще ни разу не видела. Где они продаются. Ну, такие тут уже для цветов, всякие удобрения, как обычно, всякие пластилины, краски. Вот бумага для акварели, большие такие альбомы, тесто для лепки, корма. Вот. О, что это такое? Ведро, чтобы ножки. О, кстати, такой массажер прикольный, 124 рубля. Прям взял вот так двумя руками. Давай целлюлит разгонять. Так. Вот. Всякие тут тренажеры, как обычно. Сувениры. Вот. Всякая такая ерунда. Взяла я вот такие вот пиалочки с котиком. Тетрадку себе. Доску. Доску. Потом что еще? Губку. Крем вот этот. Крем. Мыло. Две лапши за 29 рублей взяла. Всякие тут напиточки, не напиточки, чипсики, не чипсики, конфетки, шоколадочки. О, гель для душа. А, кстати, вот этот гель стоит 199 рублей. Нивея. Это очень хорошая цена. Вот эта паста зубная тоже на Валберес я видела, только она стоит там намного дороже, не знаю. Но я бы, конечно, побоялась ее брать, потому что, как бы, мне кажется, это подделка. Так, вот это вот средство от тараканов не помогает. Вот. Что тут еще есть? Ой, вообще, вот эта вот штучка. Ну все, в принципе, все, я прошла. Тут такие бокальчики за 79 рублей с хорошими такими пожеланиями. Ну, ты прекрасна. Пусть каждый день приносит радость. Вот, всякие тут, видите, штучки, дрючки, шоколад. Тут Риттер Спорт за
239. Смотрите, еще Акс 140 рублей. Нормальная цена для дезодоранта.